Не только счастье материнства, но и копеечка в бюджет молодой семьи. В отчете перед депутатами областной думы губернатор Павел Коньков рассказал о том, что проект закона о стимулировании рождения первенцев уже разработан. Речь именно о первом ребенке в молодых семьях, где маме до 24 лет. Меры предлагаются следующие. Дополнительная ежемесячная финансовая поддержка по уходу за малышом до 1,5 лет, региональный студенческий капитал и единовременная выплата на улучшение жилищных условий. Комплексу соцсферы в ближайшее время необходимо провести общественные слушания, чтобы как можно быстрее внести проект в областную думу. Каковы суммы этой поддержки будет, будем обсуждать после внесения законопроекта в Ивановскую областную думу. Но то, что губернатор тему обозначал, означает одно, что мы уже в ходе весенней сессии, то есть до 1 июля, соответствующий законопроект хотя бы в первом чтении обязательно рассмотрим.